А спонсором сегодняшнего ролика выступает магазин по продаже робоксов rbx.com. Самые выгодные цены на робоксы для вас и ваших друзей. Также у этого магазина есть своя группа ВК и сервер в Дискорде, где постоянно проходят крутые конкурсы на бесплатные робоксы. Только на оригинальном сайте rbx.com вы можете купить робоксы по выгодным ценам. Остерегайтесь фейков и проходите на сайт только по моей ссылке. Все ссылки в закрепленном комментарии. Всем привет, друзья, меня зовут Фанрикс, и добро пожаловать в мой новый ролик. Ребята, настало время тратить наши миллиарды. Друзья, сегодня будем тратить 5 миллиардов карту коинов. Будем открывать вот эти вот Barm Doodle Egg. Ребят, но у нас сегодня не простое открывание. У нас сегодня есть помощник. Как вы видите, у меня на плече сидит чувачок, который называется Doodle Cat. Я его купил за 99 робоксов, но не потому, что он мне нравится и потому, что я хочу с ним ходить, а просто потому, что один чувачок, который называется Престон, написал у себя в Твиттере очень интересный пост. Он написал, друзья, спорим, вы не знали, что ношение любого из питомцев на плече даст вам плюс 0,01% к удаче в любом яйце, даже эксклюзивном. То есть я делаю вывод, что вот этот вот чувачок, либо любой другой, который вы покупаете, дает больше шанс выпадения питомчиков. Поэтому, ребятки, мы сейчас будем тестить. Заюзаем все бусты, которые у нас есть. Потратим все 5 миллиардов и посмотрим, что у нас это получится. Помните, ребятки, я уже открывал яйца перед этим. Мы потратили всего лишь 1 миллиард, вот такие вот мы яички открывали, и оттуда нифига хорошего не выпало вообще. Но говорят, что, ребятки, с этого яйца валится просто жутко. Прям просто нереально валятся мифики и дудлкоты. Кстати, нужно посмотреть, сколько их сейчас в игре, ребятки. И, кстати, я хотел вам сказать спасибо. Мне подсказали, вот здесь у нас хаверборд. Вот он хаверборд, я его наконец-то взял. Что-то не знаю, ребята, не мог его найти. Вот он, ребятки, прикольно. Прикольно, знаете что? Прикольно то, что он на троечку. То есть любой человек, который только зашел в игру, может сюда прокачаться, ему не нужно заходить в хардкор, и он может взять вот такой вот хаверборд сразу же на троечку, то есть на 3 скорости, я имею в виду. Это тоже очень прикольно. Так что, друзья, давайте быстренько начинать. Ну и, конечно же, как всегда, по старой доброй традиции, я вас буду просить подписаться на канал, кто еще этого не сделал, и поставить лайкусик этому видосику. А я начинаю. Погнали! Ну что, давайте сначала посмотрим, что у нас с дудлкетом вообще. Их, по-моему, было 90, я буквально недавно смотрел. Ой, не сюда зашел, вот сюда. Чпонь, юч, дудлкет. 309, ребята, 309, офигеть. Короче, ребята, падает, падает однозначно. Надо быстренько идти и открывать. Так, давайте мы для начала залетим и возьмем наш бустик. Без буста никуда, без буста жизнь непроста. Чик, летим сюда. И, ребят, вы помните, я беру вот так вот, беру вот так вот и беру вот так вот. Давайте по 2, наверное, возьмем. То было прям вообще найс. Вот так вот и вот так вот. Все, ребят, бусты я беру. Я верю, что как-то оно все-таки, может быть, на шансы влияет. Так, дудл шоп, дудл фармчик. Летим, 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 летим за дудл хьючкетом, ребята. Надеюсь, он не выпадет и мне не придется ничего покупать. Найс, друзья, отлично. Теперь смотрим на моих питомчиков. У меня здесь 48 питомчиков, ровно 4 ряда, вот так вот. Вот тут все у меня залочены, получается, больше у меня ничего лишнего нет. Так, надо еще обязательно взять бустики. Давайте разочек вот так вот. Тут у меня есть вот этот и вот этот. Все, найс, друзья. Отлично. И, ребят, самое главное, я не буду ставить легендарки. Я их поставил на автоудаление, потому что, говорят, они просто сыпятся как грязь. Они как грязь вообще валятся, поэтому я даже не буду этого делать. Все, ребятки, ставим. Шайни у меня есть, все бусты у меня есть, все геймпасы есть. И погнали. Будем смотреть, что у нас будет выпадать. Надеюсь. О, сразу первый мифик. Смотрите, легендарка, мифик, мифик. Очуметь, ребята. Опять легендарка, вы видите? Рейнбоу, еще и радужная легендарка. Офигеть. Все, 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 все. Теперь понятно, почему говорят, что тут так очень хорошо падает. Потому что в каждой тычке, смотрите, легендарка. Это вообще очень круто. И сразу же мифик выпал. Вообще жестко. Я не ожидал, ребята. Я такого не ожидал. Смотрите, еще 3 легендарки. Офигеть. Да, конечно, вот эти вот эпики выпадают. Смотрите, 4. Перед этим вообще легендарки еле-еле падали. Еще 2. Конечно, эпика очень много, но все равно легендарки тоже падают. Мифик еще один. Уху. Офигеть. Смотрите, уже 2 мифика. Дудл манки обычный. И второй тоже дудл манки обычный. Вот, а это золотой, походу. Да, ребят, сразу золотой выпал, только за ним. Смотрите. Офигеть. Вот это везуха, ребята. Так нам сейчас попадает, короче. Нам сейчас тут нападает столько, что мы офигеем, что мы даже не сможем их всех совместить, потому что будет очень долго. Блин, крутяк, ребят, крутяк. Вот это, конечно, сделали совсем по-другому. Очуметь, ребятки. Ну давайте, короче, хорошо, как всегда, ребят, давайте.
миллиардик тратим, возвращаемся и смотрим, что у нас получилось и сколько у нас выпало вообще секреток. A few moments later. Итак, ребятки, улетел наш 1 миллиардик, у нас осталось 4 миллиарда, и в принципе я уже посмотрел, что мне понавыпадало. Чувство у меня, конечно, смешанное. Не знаю, работает этот питомчик или нет, но вам судить. Смотрим, ребятки, смотрим, что у меня здесь. У меня 2 секретки, у меня 1 шайни манки, и, ребята, у меня 1, 2, 3, 4, 55 мификов, ребята. Ну, в принципе, с 1 миллиарда 55 мификов неплохо. Прям очень неплохо. Плюс у меня еще 4 радужных, ребят. Но я ожидал, что, если честно, вот этих вот секреток будет больше. Как-то, ребят, в прошлый раз было, наверное, больше, либо мне показалось, ребят, когда мы открывали дешевые яйца. Вроде бы неплохо, я даже не знаю, ребята, как на это реагировать. Ну, посмотрим, друзья, посмотрим. У нас еще 4 миллиарда осталось. Я предлагаю дальше пробовать открывать. Давайте бустики еще закинем. Вот так вот. 1, 2. Трипл дамаг у нас закончится. О, 45 минут, нифига себе. И трипл коин. Вот, отлично. И теперь, ребятки, открываем. Ну, наверное, все-таки дает что-то этот питомчик или не дает. Вот не знаю. Хотя, ребят, знаете, 0,01%. О, мифик еще один. 0,01% это как бы не сильно заметно, если честно. Но если он добавляется к маленькому проценту, который у нас выпадает хук, то оно, наверное, будет заметно. А если на обычных питомчиках, то оно не сильно заметно. Поэтому, друзья, пока что не знаю. Пока что не знаю. Давайте мы дотратим еще 1 миллиард и дойдем уже просто до нуля. И тогда уже можно будет, наверное, думать, стоит ли его покупать и заложить себе на плечо или нет. Ребятки, давайте 1 миллиард и возвращаемся. Погнали. A few moments later. Есть, друзья, очередной миллиардик. И если честно, я даже еще не смотрел, я даже еще не заглядывал. Та-дам! Смотрим. Так, ребятки, есть секретка. Найс! Причем радужная выпала, вы прикиньте. Радужная секретка. Вот это пушка. Ребят, по-моему... А, вот еще одна секретка нам дали. Которая дельфин. Ребята, уже 16 тысяч штук их в игре. Офигеть. А этих 128 тысяч. Неплохо, неплохо. И получается у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 радужных, ребята. И вот это все остальное получается обычные манки. И немножко еще у меня золотых. Но пока что шайни не выпало ни одного. И пока что, ребята, у меня нет ни одного Doodle Huge Cat. Но, ребят, смотрите, уже 2 миллиард подряд. По 2 секретки выпадают. Конечно, повезло, что мне выпала радужная. Но все равно их 2. Вот этот и вот этот. А перед этим было 2 парота. То есть получается, что где-то на миллиард 2 секретки. Ну, такое себе, если честно. Не очень, не очень. Я думал, что будет намного больше. Ребят, ну окей, давайте пробовать дальше. У нас еще остается 3 миллиарда. Питомчик у нас на плече. Должен давать хоть какой-то эффект. Поэтому погнали еще раз и встретимся через 1 миллиард. A few moments later. Итак, ребятки, очередной миллиард. Мы потратили уже 3 миллиарда. У нас осталось 2 миллиарда. И, друзья, вот какой у нас результат. Смотрите, ребят, у нас получается в этот раз уже больше секреток. У нас в этот раз дали нам Doodle Parrot золотой и 2 обычных Doodle Parrot. То есть у нас получается уже 3 секретки выпало. Правда, у нас не выпало еще ни одной манки. По-моему, радужной манки в этот раз не было. И как-то меньше обычных манки. То есть оно как-то, ребята, переливается. Если больше секреток, то меньше манки выпадает. Либо наоборот. Не знаю, ребят, еще у нас 2 миллиарда осталось. Мне пока что результат так себе. Но еще, друзья, шансы есть. У нас еще 2 миллиарда, поэтому погнали дальше. Ребят, ну, блин, конечно, хочется, чтобы мне выпала нормальная секретка какая-то. Либо радужная, либо какая-то шайни. Ребята, у кого есть шайни секретки? Кто знает, сколько они сейчас стоят? A few moments later. Друзья, я опять здесь, и наш предпоследний миллиардик ушел. Ребята, у нас остался последний миллиард, и в этот раз немножко больше уже, немножко больше. Я не знаю, ребят, с чем это связано, но мне кажется, это все у нас танцы с бубном. Ребят, смотрим. У меня тут уже добавилось несколько радужных питомчиков. У меня тут добавилось еще 3 секретки, друзья. Одна из них Doodle Дельфин и 2 Parrot. Ребята, почему-то Parrot'ы падают больше. Я не понимаю, почему. Вот хоть убейте меня, я не понимаю, почему Parrot'ы падают больше. Дельфинов же тоже ввели. Мне кажется, что дельфины должны падать точно так же, как и Parrot'ы. Но они падают намного меньше. Итого у меня уже 308 петов. То есть где-то у меня 48 петов было. Получается где-то 260 питомчиков у меня сейчас понавыпадало. Из них практически все Doodle Monkey обычные. Немножко золотых, буквально 24 штучки. А все остальное, ребят, как вы видите. Так что, ребятки, давайте последний миллиардик. И я надеюсь, в этот раз у меня что-то будет нормальное. Смотрите, мифики валятся вообще прям жестко. Дельфин. И дельфин выпал только что. Я даже не заметил. Смотрите,
Донал Дельфин еще один, нормально. Ну что, ребята, наконец-то свершилось. Я потратил все 5 миллиардов. Ребята, 2 часа, ровно 2 часа я открывал яйца. Прикиньте, как долго открывается, офигеть. То есть где-то 2,5 миллиарда открывается 1 час. Друзья, и как вы думаете, выпал мне хьюч питомчик? Конечно же нет, конечно же нет. Захотел Фанрикс хьюч питомчика. Ага, уже 10 раз. Ребята, вот какой у нас результат по итогу. 12, 13, 14, 15, 16, 17 радужных манки мификов. Потом 31 золотой. Все остальное у меня, ребята, обычные. И, ребят, мне еще один выпал дельфин. И еще, по-моему, 2 парота, ребят. И знаете что, ребят, еще я заметил? Если здесь появляется у вас надпись, что вам дали X25 лаки, типа X25 лаки ивенту, тогда, конечно, они падают лучше. Тогда падает больше. А если не дает, тогда падает, как и раньше падали. Ну, мне кажется, результат неплохой, с учетом того, что у меня не было секреток вообще. Вы видели мой инвентарь в начале, вы видите мой инвентарь сейчас. В принципе, вроде бы, как бы неплохо. Но, ребят, хочу вам сразу сказать, вот это вот ерунда, это тупо скам. Это тупо скам. 99 робоксов на плече сидит. Главное, не накакай мне на плечо. Ребята, ну, короче, ни на что не влияет. Я не знаю. Это, короче, какой-то тупо бред. Поэтому, ребят, просто нас очередной раз заскамил. Точнее, не нас, а меня, потому что я его купил. Поэтому я, ребят, даже его не буду носить, это бред. Я его просто буду снимать. А вам спасибо, что досмотрели мой ролик до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Меня зовут Фанрикс, желаем хорошего настроения и до встречи в следующем ролике. Пока-пока!